Сучасные технологии – основа высокоэффективной вытворчести. Гостям 8-го международного экономичного форума продемонстрировали опошние инновационные распрацовки витебских вытворцев, а так само профессийное майстерство и подрыхтовку будущих специалистов. Интерактивную пляцовку организовали наученцы и выкладчики установ адукации Витебской области. Про магчимости юных айтишников и майстров в нашем наступном материале. Апантаны – талиновитые и креативные. Для навученцев установ правтехадукации поплячи самые смелые идеи и распрацовки. И они не пасуют перед самыми складанными задачами и умеют находить самые смелые решения. До прикладу, для выучения замежной мовы активно выкористовывают интерактивные методы навучания. У нас есть и электронные книжки, в которых есть и аудио, и видеозаписи. Это нам облегчает усвоение и запоминание иностранного языка и изучение его. У нас есть различные задания с QR-кодами. Владимир Куляшов бачит себе программистом. Учится в Оршанском колледже по специальности техник-программист и робит первые самостоятельные кроки у будущую профессию. Нужно заниматься самому, что-то саморазвиваться в этой сфере. Оршанский колледж вось уже 10 годов поспяхово рыхтуя специалистов для IT-индустрии. Сучасная учебная база дозволяет робить это на высоким профессийном узровне. И, как выник, их выпускники запотребованы и обовязково находят свое первое працовное место. Мы даем квалификацию техник-программист, мы еще даем им и рабочую специальность оператор ПВМ. То есть они могут работать как и по рабочей специальности, так и техником-программистом. Более того, наши специалисты востребованы, и они могут продолжить обучение по сокращенным срокам обучения в Витебском государственном университете имени Машерова. Будущих айтишников начинают выховывать с молодшего школьного возраста. Двери науки для их отчиняют уже в другом классе. И уже будучи студентами, они активно занимаются науковыми распрацовками, которые находят свое применение в жизни. Мы стараемся обеспечить практико-ориентированное образование. Для этого у нас непосредственно контакт с организациями-заказчиками. То есть они предлагают и сами даже разрабатывают различные спецкурсы, которые способствуют именно практико-ориентированному развитию наших студентов, чтобы они приходили на предприятие, уже будучи готовы к той сфере деятельности, которая есть. Свои лепшие распрацовки и работы декоративно-прикладного мастерства, а так само кулинарные шедевры, навученцы колледжу и лицею представили гостям форуму. Оценить майстерство и здольности навученцев международный конкурс профессийной подрыхтовки и квалификации World Skills, який упершиню ладили подчас экономичного форума. Пераможцы представят свои работы на республиканском узровне. Инна Кириенкова, Александр Петровецкий, новини Витебск.